Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова встречаюсь с вами я, Юлия Меняева, на своем канале «Вы саду или в огороде?». И сегодня я хочу вам предложить что-то вкусненькое и сладенькое. Это конфитюр из слив. Конфитюр, вообще очень его сложно всегда приготовить, и мне вот всегда вот хочется на булочку вот как бы, да, намазать с чаем что-то такое вкусненькое, не варенье, а именно конфитюр. Приготовить его, в общем-то, сложно довольно-таки, но я нашла для себя выход такой из положения. Конфитюр получается очень вкусный, и, как говорят мои дети, как в магазине, но по густоте, я имею в виду, не по вкусу. Нам понадобится с вами для конфитюра килограмм слив. Это я просто вам для образца. Вот килограмм слив. Я их уже почистила. Вот. Сливы без косточек. И всегда у нас с вами встает вопрос, да, как же доставать косточки. И я вам покажу, как делаю это я. Делаю, в общем, очень удобно. Даже косточки какие не отделяются. Они, в общем-то, хорошо очень извлекаются из сливы. Вам понадобится или карандаш, или ручка, ну все что угодно вот с таким вот тупым концом. Конечно, не острая палка. Мы берем с вами карандаш или вот ручку, или что-то такое, и его вводим в сливу со стороны, где у нее была, где плодоножка, где веточка. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу, что происходит. Мы вот так придерживаем сливу, видите, а косточка извлекается. И то есть получается вот такая вот, видите, целая слива. Не половинки, а именно целая слива. Покажу еще раз. Вот посмотрите внимательно. Вот здесь у нас растет веточка, то есть плодоножка, да, здесь как бы. Мы берем с вами ручку или карандаш и вот так сливу вот так фиксируем руками, а карандашом вот так вдавливаем, где плодоножка. И посмотрите внимательно, вот косточка свободно выходит. Даже из слив, из которых плохо удаляется косточка, вот именно таким способом очень легко извлечь косточку и удобно. Так, нам понадобится килограмм очищенных слив, помытые, все чистенькие. Нам понадобится с вами сахарный песок. Вот чем хорош вот именно этот способ, я вам скажу, что я в нем сейчас буду использовать не килограмм сахарного песка, как обычно, а пол килограмма, 500 грамм сахарного песка. Но приготовить именно варенье из этого количества сахара мне поможет вот такой порошочек. Называется он Gel Fix. Вот когда мне хочется сделать конфитюр из клубники, да из любых ягод, я всегда использую и вот покупаю вот этот вот Gel Fix. Он помогает что? Он, значит, это натуральное желирующее средство. Сделано оно на основе пектина из яблок и цитрусовых. То есть химии здесь никакой нет. Это порошок натуральный. Не реклама. Нет, это не реклама. Я просто вам вот рассказываю, что я его всегда вот использую. Я использую именно, когда мне хочется вот сделать конфитюр и использовать мало именно сахара, чтобы не было варенье очень приторным, но было густым, чтобы можно было его мазать на хлеб. И я использую вот именно вот этот вот Gel Fix. Значит, Gel Fix, пачка Gel Fix, кстати, продается. Зададут вопрос, где продается? Он продается, есть в Глобусе, есть в Метро, в общем-то, или в отделах, где специи, или в отделе, где ванилин продается, или в отделе, где все для консервации. В общем-то, он у них всегда блуждает по всему магазину, но вы его найдете. Вот. Советую приобрести, вещь, в общем-то, хорошая. Так, значит, килограмм слив, строго килограмм слив, вот этот пакетик Gel Fix и полкилограмма сахарного песка. Немножко отвлекусь именно от своего этого варенья, конфитюра с Gel Fix. Если вы хотите, но нет по какой-то причине у вас Gel Fix, а вы хотите именно варенье, чтобы было у вас такое густым, в общем-то, я вам советую следующий, еще один рецепт попутно. Вы берете килограмм слив. Только строго килограмм, не больше, потому что варенье, то есть конфитюр, не загустеет. Килограмм слив, полстакана воды, можно чуть-чуть меньше,
смотря какие сливы там, сочные, не очень сочные, можно чуть меньше полстакана, и килограмм сахарного песка. Вы берете, наливаете воду в сливы, сливы без косточек, ставите на газ и постепенно помешивая, после закипания с водой, налили воды, без сахара, воды. И это у вас все, как говорится, хозяйство стоит на плите, вы помешиваете, и с момента закипания кипит это все 5 минут. Что вы делаете далее? Вы потом берете и сахарный песок, килограмм сахарного песка, как при черной смородине. Рецепт один к одному. Вот как я выкладывала черную смородину, так же и со сливами. Вы небольшими порциями начинаете добавлять вот сахарный песок. И потом, когда вы его весь высыпали, ваш конфитюр еще прокипит 5 минут, вы его снимаете с плиты, разливаете по баночкам, ну, можете под пластмассовую крышку, я обычно закатываю, как-то мне больше нравится способ. Вот это вот такой конфитюр, способ вот именно густого конфитюра. Но строго запомните, если даже будете, вы решите 2 килограмма сделать, у вас ничего не получится. Так, возвращаемся к моему рецепту с желфиксом, еще к одному. Килограмм слив, желфикс пакет, полкилограмма сахарного песка. Что мы сначала должны сделать? Мы берем наш желфикс, высыпаем, вот так, вот видите какой он, ну как пудра, пыль. Высыпали желфикс и в желфикс добавляем где-то примерно, ну, 2 столовые ложки сахарного песка. Это не из расчета полкилограмма. Так, добавили, все хорошо. Это плюс к полкилограмма. 500 граммам, да, плюс еще 2 столовые ложки. Берем, перемешали, все хорошо, вот так, перемешиваем, чтобы была вот так вот однородная вот такая крупинками масса. Что мы теперь с вами делаем? Мы берем, засыпаем нашу сливу вот этим порошком с сахаром. Засыпали. Так, перемешиваем аккуратно. Можно даже и не мешать, а просто вот так вот, чтобы как бы вся слива у нас покрылась. Что теперь мы должны сделать? Мы с вами теперь отправляемся к плите и приступим к варке. Как я это делаю, я вам сейчас покажу. Мы поставили сливы на плиту, сливы вот с порошком и желфиксом. И если посмотреть, вот так постоянно помешивая, они уже начинают выделять, вот выделять сок. Что мы теперь должны сделать? Мы берем с вами, должны добавить полкилограмма сахарного песка. Добавляем понемногу, небольшими порциями. И продолжаем помешивать, продолжаем вот варить наш конфитюр. Но я хочу сказать, обязательное вот в принципе условие. Мне всем пишут, вот почему вы используете алюминиевый там тазик, алюминиевую кастрюлю. Никогда вы варенье не сварите в эмалированной кастрюле или в эмалированном тазике. Это должен быть или медный тазик, или это должен быть, конечно, алюминиевый. Никуда от этого не уйдешь. Вот видите, постоянно помешивая, мы даем как бы разойтись нашему сахарному песку. Добавляем еще песок сахарный. Продолжаем варить наше варенье. Чем удобен этот конфитюр, он готовится довольно-таки быстро. Не надо оставлять нам сливу с вами на ночь, чтобы она дала сок. Вот. И получается он очень-очень густым. Наше варенье начинает вот так вот пыхтеть, да, такое есть выражение. И мы снова продолжаем добавлять наши полкилограмма сахарного песка. Еще добавили небольшую порцию. И продолжаем вот так его, помешивая, варить до тех пор, пока сахар растворится. Я вам хочу сказать следующее. Вот именно благодаря этому порошку Желфикс вы можете использовать маленькое количество сахара. Но если вам покажется кислым ваш конфитюр, можете добавить, в принципе, и побольше. Это как бы не возбраняется. Так, добавляем еще порцию сахарного песка, потому что мы не использовали наш полкилограмма.
Вот так. Вот видите, ровно пол пакета у меня ушло. Ровно 500 грамм. Продолжаем помешивать и варить наш конфитюр. Добавив весь сахар, мы продолжаем варить наш конфитюр. Вот, помешивая его, чтобы он не подгорел. По времени я вам сейчас скажу примерно, сколько это длится. То есть нужно смотреть на степень, как начинает густеть конфитюр. После нашей последней порции сахарного песка мы даем нашему варенью покипеть конфитюру примерно еще 10 минут. То есть готовность вы можете узнать. Он уже, вот видите, он уже схватывается и начинает желироваться. Если посмотреть, вот он получается как бы как кисель. Вот прям напоминает кисель. Далее мы разливаем его в чистые сухие баночки, вот, и закатываем крышками. Вы не пугайтесь, вы скажете: ой, он у меня жидкий. Когда он остывает и постоит, он превращается именно вот в конфитюр, именно в желе. Сейчас я вам покажу. Я уже варила, и что из этого получается. Вот получается у нас с вами вот такой вот красивый, очень вкусный конфитюр. И если посмотреть его в баночке, вот видите, как он не как варенье, да, то есть стенки пачкает, он отходит от стенок, потому что он, в общем-то, густой и напоминает что-то желе. Но это вот все-таки благодаря пектину, который содержится именно вот в желфиксе. Если у вас есть возможность, вы можете купить пектин, но вот, к сожалению, как бы я его видела в метро, и он куда-то исчез, пропал. Сейчас я его не могу найти. Его вообще очень хорошо добавлять в варенье, потому что мы в основном густоты варенья добиваемся именно от сахарного песка. Если мы добавим мало, да, варенье не стоит, может закиснуть. И варенье бывает жидким. Вот именно желфикс, он нам помогает сократить количество сахарного песка. Вы же знаете, что слива довольно-таки, да, как бы не очень приторная ягода. И если мы варенье делаем один к одному, варим, а то и на килограмм слив кило 200 кладем сахара, уж ну никак с полкилограммами сахарного песка варенье не сохранится. А здесь оно очень-очень хорошо сохраняется, очень вкусное. У меня вот прям вот любят его просто даже вот намазать на хлеб и кушать с чаем. Очень-очень вкусно. Ну что ж, вот, пожалуй, я заканчиваю свой репортаж. Это просто вот еще вам одна подсказка. Так же, как у меня была подсказка с загустителем крема. И просто отвлекусь, и загуститель крема у меня спрашивает, где же купить. Он есть в метро, он есть в глобусе. Это все продается в отделе, где продаются дрожжи, желатин, в общем-то, все для выпечки. Там вы можете найти загуститель. Там же вы можете поискать и вот именно вот этот вот желфикс. Может быть, кто-то уже им и пользуется. Ну вот что ж, на этом я заканчиваю свой репортаж. Прям вот, ну, прекрасного чаепития и вкусного вам конфитюра. С вами была Юлия Меняева на своем канале «Высаду ли в огороде». Пока!